Паук-мышь не зря имеет такое странное название, поскольку обитает под землей в норах. Размеры опасного паука небольшие, данный представитель паукообразных, вырастающий до 3 см, обитает в Австралии. Самцы имеют необычный внешний вид, черное, иногда синеватое тело, ярко-красную голову и такие же хелицеры, самки обычно одноцветные, черные. Мышь-паук питаются в основном насекомыми, но также могут охотиться и на других небольших животных, заманивая их в ловко сплетенные сети. В свою очередь, эти пауки выступают в качестве пищи для ос, губоногих многоножек и скорпионов. У человека его укус вызывает сильную боль, место, куда он вонзил свои челюсти, может опухнуть и вызывать болевые ощущения и отек на месте укуса. Но паук экономит свой яд, поэтому в большинстве случаев людям ничего не угрожает. Для человека яд паука-мыши очень опасен. Летальные исходы от встречи с мышиным пауком не зафиксированы.